обратно. Нет, сейчас. Фидосина, сейчас они будут копать. Нет. Пускай рут. Пускай рут. Я думала, что она к нам бежит. Еба! Еба! Помоги ей! Она вышла из-за машины. Ой, боже. Ой, слушай, ой. Ой, мама, что я? Видишь, как перебегать дорогу вон? Под машину попала и все. Женщина вон. Ля-ля, все. И убили. Так, и не тряпки нет, вытереть их лицо хотя бы. Ну что ж ты скажешь? Да. Ну надо же как-то чем-то видеть. Ой, даже вот такая грязная. Она не грязная, она грязнее. Что? В операции участвовали более 2000 человек, сотрудники полиции, МЧС, волонтеры в том числе и других городов и районов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Министерство обороны передаст авиационные ремонтные заводы, входящие в состав оборонсервиса, в ведение крупных интегрированных структур промышленности. Об этом заявил сегодня глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, активно. В операции участвовали более 2000 человек, сотрудники полиции, МЧС, волонтеры в том числе и других городов и районов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Министерство обороны передаст авиационные ремонтные заводы, входящие в состав оборонсервиса, в ведение крупных интегрированных структур промышленности. Об этом заявил сегодня глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, актив. Потом на обратно. Нет, сейчас. Фидосина, сейчас они будут копать. Нет. Пускай рут. Пускай рут. Я думала, что она к нам бежит. Еба! Еба! Помоги ей. Она вышла из-за машины. Ой, боже. Ой, слушай, ой. Ой, мама, что я? Господи. Видишь, как перебегать дорогу вон? Под машину попала и все. Женщина вон. Ля-ля, все. И убили. Так, и не тряпки нет, вытереть их лицо хотя бы. Ну что ж ты скажешь? Ну надо же как-то чем-то видеть. Ой, даже вот такая грязная. Она не грязная, она грязнее. Акция романтичной снимки и фидло то забава. Что?